года и 4 месяца заключения в Зазвияжском районном суде рассматривалось дело о самоуправстве жителя Ульяновска. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Мюнхгаузен шоу в Ульяновске. Необычная премьера совсем скоро. Стремление к победе, уверенность в себе и хороший наставник. Ульяновские кудаисты вернулись с всероссийских соревнований с победой. Активисты Общероссийского народного фронта продолжают борьбу за чистоту Ульяновска. Сегодня они провели рейд по адресам несанкционированных свалок, указанных на специально созданном сайте картасвалок.ру. На территории нашего региона таковых обозначено около 30. Эти кадры, например, сняты на окраине поселка Тути возле железнодорожного полотна. Мусор на этом пустыре наверняка появляется усилиями самих же жителей соседних домов. Существуют бытовые отходы, старые непригодные диваны, обрез деревьев, разрушенных домов и так далее, так далее, так далее. И поэтому данная информация будет доведена до администрации железнодорожного района и будет находиться на контроле у Народного фронта. Однако не только на окраинах можно обнаружить кучу мусора. Это, например, снято уже в самом центре Ульяновска, на улице Гончарова. Активисты Общероссийского народного фронта демонстрируют фото, сделанное 2 дня назад. После этого мусор убрали, однако он начал появляться снова. Помимо инспектирования улиц города, активисты ОНФ проводят и встречи с молодежью. Сегодня, например, лекция о защите окружающей среды, работе активистов в этом направлении прозвучала в стенах Ульяновского техникума экономики и права. Если говорить про область, то в основном свалки находятся в лесных массивах, на каких-то пустырях, вдоль дорог. Если говорить про город, то это, как правило, частный сектор, но, как мы убедились сегодня, и в центре города валяется мусор. Я считаю, что дело в отсутствии экокультуры у людей, потому что мы здесь живем, и мы тут же, как говорится, мусорим. Это неправильно. При этом каждый житель региона по-прежнему может сообщить о несанкционированной свалке на сайте картасвалок.ру. Информация будет проверена, и в случае подтверждения данные разместят на сайте, а затем их передадут в органы исполнительной власти. Выкручивал руки, брызгал в лицо из газового баллончика, забирал малолетнего ребенка помимо воли его матери, бабушки и деда. В Засвияжском районном суде накануне рассматривалось дело о самоуправстве жителя Ульяновска. 46-летний Евгений Аренбаум, по данным обвинения, доставил немало хлопот своей бывшей супруге и ее родителям. В 2015-м угрожал убийством отцу своей экс-супруги и даже ударил его ножом в спину. К счастью, рана оказалась не опасной. Спустя полгода подсудимый выворачивал руки бывшей жене и сломал ей палец. По решению суда мужчина мог встречаться со своим малолетним сыном лишь 2 раза в неделю в присутствии экс-супруги. Был решением суда установлен порядок нахождения с ребенком. Вопреки этому порядку он как раз совершил статью 330, часть 2 УК РФ, то есть самоуправство. То есть решением суда был установлен график посещения. Вместе с тем, нарушая данное решение суда, он самовольно, вопреки этому решению, взял ребенка и его спустя пару дней, соответственно, возвращал. 5-летнего сына мужчина 2 раза забирал в конце марта прошлого года. При этом бывшим тестью и тещу он брызгал в лицо из газового баллончика, бил их. Свою вину Евгений Аренбаум признал лишь частично. Решением суда обвиняемому вынесен приговор 3 года и 4 месяца заключения в колонии общего режима. 44 ДТП и почти 2500 нарушений. 7 водителей задержаны в состоянии опьянения. Такова сводка госавтоинспекторов за минувшие сутки. Подробнее Наталья Сабанова. 20 апреля в 13:40 на улице Железной дивизии, дом 9 Ленинского района города Ульяновска. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Spectre при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit. В результате столкновения водитель автомобиля Ford потерял управление и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка-пешеход 96-го года рождения была госпитализирована. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция призывает вас неукоснительно соблюдать правила. Не допускайте беспечности и небрежности на дороге.
Апрель – месяц профессиональных праздников, среди которых и День полиграфиста. Он отмечается не так давно, всего третий год. Инициаторами выступили сами полиграфисты. Дату празднования приурочили к началу работ над первой печатной книгой на Руси «Апостол». Она увидела свет в 1564 году. К середине XVI века Иван Грозный распорядился построить первую типографию. С того времени и берет свое начало русская полиграфия. О времени сегодняшнем – Ирина Силкина. Ульяновский дом печати – крупнейшая типография в России. На предприятии несколько больших цехов. Здесь работает более 1000 человек. Например, это цех по производству книг твердого переплета. Так называемая линия полного цикла. На старте сшитый блок, затем идет проклейка корешка и вставка в переплетную крышку. На выходе получается готовая книга. Мы ее упаковываем, складываем на поддоны и сдаем на склад готовой продукции. Там книги уходят заказчикам во все регионы нашей страны, в основном Москву. По выпуску книжной продукции Ульяновский дом печати за последние 5 лет вышел на первое место в стране. У областной типографии «Печатный двор», конечно, не такие объемы, но работы тоже хватает. Приобретаем новое оборудование. Вот сейчас мы стоим у новой печатной машины «Спидмастер 102-й пятикрасочной». Приобретаем цифровое оборудование. Это одно из старейших в области предприятий. В прошлом году печатному двору исполнилось 110 лет. За это время, конечно, многое изменилось. Сегодня здесь стоит самое современное цифровое оборудование, которое позволяет реализовать самые смелые задумки. Но главное достоинство предприятия – это люди, говорят в руководстве, рабочие, стаж которых исчисляется десятками лет. Например, Вячеслав Кузнецов работает здесь 20 лет. Его общий стаж в типографии – 33 года. Он знает производство досконально и всегда рад техническому обновлению. Ну, эта машина скоростная, она очень хорошая. Она очень удобная для печатания учебников. Она очень специально предназначена для учебников. И так вся цветная работа здесь. В основном книги. Книги разные. Буклеты, книги, плакаты. Все печатаем, кроме денег. Нина Николаевна Сальникова трудится в типографии с 1969 года. После окончания Саратовского полиграфического техникума по направлению приехала в Ульяновск. Работала наборщиком машинного набора, потом пошла на повышение. Сегодня на предприятии работает вся ее семья. Я, конечно, прошла все этапы. Здесь прошла. А теперь привела любовь и к детям. Дети полюбили полиграфию и пришли работать. Здесь у меня работает 2 сына и 2 снохи. Оба предприятия успешно расширяют печатный ассортимент и решительно настроены на дальнейшее развитие. Полиграфисты убеждены, никакая электронная версия не способна заменить вкусно пахнущий бумажный томик, листание которого сродни медитации. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В региональном министерстве образования и науки обсудили вопросы создания Министерства молодежного развития. На пресс-конференции журналистам рассказали о развитии молодежной политики в регионе и о задачах, которые встанут перед новой структурой. Вот это вот министерство, я думаю, будет направлено именно на то, чтобы сконцентрировать все идеи, которые есть у молодежи, в одно что-то большое и целое. И запустить огромный механизм работы молодежи Ульяновской области на нашей территории. Департамент будет выступать в качестве стратега. Основные вещи, все, что касается исполнения, организации, мы будем передавать на аутсорсинг. Молодежи, физлицам, некоммерческим молодежным организациям, вузам, колледжам, училищам, где-то школам. Одним из самых важных направлений станет работа с невовлеченной молодежью. Для этого в каждом отраслевом ведомстве должен появиться молодежный отдел. Яркие, задорные, одаренные ульяновские студенты сразились за звание лучшего вуза региона. Прошел фестиваль талантов во Дворце культуры «Губернаторский». Несмотря на снег за окном в Ульяновске, все-таки пришла весна, хотя бы студенческая. Представители университетов как могли и чем могли пытались удивить жюри. Болельщики также помогали и тоже творили. Это безумно интересно тем, что энергия прям выплескивается, все отдают, глаза садятся, но все прям до конца кричат, политех, политех. Это очень классно. Ну, все ребята приходят не чтобы просто поддержать команду, но чтобы выплеснуть эту энергию. Всего в студенческой весне участвовали 4 вуза – педагогический, технический, УЛГУ и сельскохозяйственная академия. Интерес к проекту не теряется. Вот
несмотря на то, что мы не ищем здесь каких-то там новшеств сильных, да, проект понятен, но он настолько, вот, видимо, живой и настоящий, что пользуется популярностью неизменной. Никакая погода, ничего не влияет на то, чтобы зал заполнился, на то, чтобы артисты вышли. На мой взгляд, это самый масштабный сегодня молодежный проект. Победителями студенческой весны 2017 стала команда педагогического университета. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из технического университета. Третье место у Ульяновского государственного университета. В Ульяновском театре кукол готовят Мюнхгаузен-шоу. Такое название носит спектакль, премьера которого состоится 22 апреля. Он основан на пьесе Григория Горина о знаменитом бароне. В театрах ее ставили часто, но вот с участием кукол это произошло впервые. А потому Ульяновский театр войдет в историю. При этом постановщик спектакля не ульяновец и даже не россиянин. Александр Янушкевич приехал из Белоруссии именно для постановки Мюнхгаузена. При этом спектакль отличается от большей части репертуара театра. Он рассчитан на подростков и взрослых. Всегда легко идти по проторенному пути, но это не слишком интересно, а хочется чего-то нового, чего-то будоражащего. Ну и еще и актерам дать такой праздник, ибо на взрослых спектаклях труппа растет. В спектакле задействована практически вся труппа театра «Кукол». Более того, на главную роль приглашен актер театра драмы Максим Варламов. Ну а его партнерами по спектаклю будут как живые актеры, так и гротескные куклы, изображающие различных персонажей. Мой первый вопрос режиссеру был, а кому обращаться, к человеку, который там внутри костюма, либо голове куклы. Он сказал, ну, естественно, к кукле. Вот и работаем. Роль в левой. Костюм в правой руке и работаем потихонечку. Я буду вот в этом виде, и несколько там секретиков будет, я буду переодеваться и уже работать на кукле. Ну, это небольшой эпизодик. А так, в основном, я возлюбленная главного героя Марта. И, может быть, в течение всего спектакля у меня роль не такая уж и большая, но, как мне кажется, очень важная, потому что женщина закручивает всю интригу. Все интриги, связанные с бароном Мюнхгаузеном, можно будет увидеть на премьерном показе 22 апреля. Время начала спектакля в 15:18 часов. Два золота, четыре серебра и одна бронза ульяновская сборная по кудо вернулась в всероссийских соревнований с лучшим за 12 лет результатом. За тренировкой боевых спортсменов понаблюдала и наша съемочная группа. Стремление к победе, уверенность в себе и хороший наставник. Золотые медалисты именно так объясняют причину своих побед на первенстве России по кудо. С золотом вернулись домой Вадим Нестеров и Джалал Балашов. Боев было 4, бои были сложные, соперники были достойные. Особо трудно было полуфинал. В полуфинале попал соперник Владивостока. С ним была равная конкуренция. Но достойным стал я. Было очень сложно, провел 3 боя. В первом бою я дрался с победителем первенства России прошлого года. А что впереди? Что ждет? Думаю, выиграть всероссийский турнир, который пройдет в Ульяновске. Результатом выступления ульяновской команды на первенстве страны в Москве стало 3-е общекомандное место. Серебряные награды забрали домой Владислав Темиров, Роман Лебель, Даниил Дырдин и Диана Алеева. Бронзу привез Никита Краков. Для нас это триумфальное выступление. Наверное, на протяжении уже 12 лет у нас таких успехов не было. В активе мы завоевали 3-е командное место во всей России, уступив только Дальневосточный федеральный округ Владивосток, Центральный федеральный округ Ярославль. И, в принципе, даже обогнали Москву, там, где еще буквально 2-3 года назад не могли завоевать ни одной медали. Ближайшие большие соревнования, в которых планирует выступать ульяновская команда, Кубок России в Пятигорске 14 мая. А 27 мая в детском оздоровительно-образовательном центре «Орион» всех желающих ждут на межрегиональные соревнования. Ксения Грищенко, Вести, Ульяновск. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометеоцентра. 18:20 по местному времени. Смотрите «Вести» Приволжского федерального округа. А итоги сегодняшнего дня в 21:44 по местному времени в программе «Вести Ульяновск» на телеканале «Россия-1». Сейчас в Ульяновске плюс 3 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 8 метров в секунду.